Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в игрушку под названием Way of Golden Steel. И мы сейчас будем новое поселение закладывать на вот этом вот острове. Сразу мы начнем с... Давайте посмотрим, где мы сможем построить хоть что-нибудь. Ага, вот здесь золото у нас, да, добыча. Здесь тоже добыча золота. Так. Ну, в принципе, давайте мы здесь, в этом месте, поставим палатку с рабочими. Жилая палатка. Тент, 9 бревен сюда ушло. У нас запас бревен здесь есть, но ушло. Оно никуда не ушло. Давайте мы поднимем все и выгрузим сейчас вот этому парню 9 бревен, потому что он, ну, все бревна, которые у нас есть, тоже выгрузим, потому что сам он не справится, ему нужны рабочие, которые будут носить бревна. Так как рабочих нет, придется это делать мне собственноручно. В прошлой серии мы познакомились с нашими соседями. Вот тут аборигены живут, здесь аборигены живут, и здесь имперские колонисты живут, довольно серьезные противники. Вот тут у нас, правда, часть еще карты закрыта, мы здесь не плавали, и, по-моему, вот здесь вот кусочек и тут, да? Надо будет поплавать, но пока что мы займемся строительством нового поселения на этом острове. Остров побольше, здесь можно будет и большие здания какие-то возвести, причем даже если очень нужно будет, то здесь можно их много будет возвести. И здесь есть довольно много ресурсов. Золото есть и, по-моему, железо тоже здесь было, да? Кусочек, да-да-да, здесь есть немного железа, золото. И здесь золото, и, кстати, здесь еще, а, это железо, хорошо. И много камней у нас есть, что весьма хорошо. Так, выбрасываем деньги. И теперь начинаем с... Так, что мы тут можем построить? Что мы тут можем? Ничего. Надо бы где-то такое место найти, чтобы можно было построить только лишь маленькие здания. Ну вот, в принципе, здесь, я думаю, нормальное будет место строить малые дома. Строим дом дровосека. И где-нибудь, может быть, здесь, если... здесь можно большой построить. Ну, в принципе, и здесь можно было большой... вот так вот, да? Ему здесь не понравилось. Здесь мешают или деревья, или, может быть, камни там мешают. Он решил здесь построить. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что здесь. Вот здесь мы тогда построим по возможности лесника, который будет сажать здесь деревья интенсивно по всему острову. Так. Я надеюсь, что поместится. Окей. Дровосек готов практически. Ага. Так. Мы, если здесь построим лесника, может быть, он закроет здесь частично добычу. Хотя, я вот даже не знаю, если честно, как тут правильно добыча, насколько залежь это, если мы прям на этой залеже построим того же лесника, да, что будет. Ну, ладно, давайте построим здесь лесника. Надеюсь, ты начнешь строительство прямо там. Да? Да, начал строительство прямо там, это хорошо. Вот. Теперь нам нужен камень. Давайте посмотрим. У меня 17 камней сейчас, чтобы построить
огромное сооружение. Я хочу верфь сейчас построить, наверное, первую. Нам нужен 21 камень. Поэтому мы пока что построим камнетёса где-нибудь вот здесь. Между вот этими. Так, так, так. Между вот этими залежами камня. Да, вот где-то здесь, я надеюсь, он и построит. Угу. Ну, частично перекрыл залеж железа. Но я надеюсь, что залеж сама по себе от этого меньше не станет. Количество железа в ней. Потому что залежи, ну, ресурсы истощаются рано или поздно. Не знаю, как насчет камня, но золото точно истощается. Проверено лично. Поэтому нужно пользоваться им экономно. Кстати, у нас его уже вроде как и нет. А, ну оно просто не пересчитанное. Здесь 19 монет. Стоп, 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 стоп. Кто вот эти красные личности? Это как раз те самые имперские колонисты. Они нам... О, вот это халява. Они, да, 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 красавцы. Давайте мы разрушим нафиг их дом. Он что, не достроился еще или что? Принесли нам немного стройматериалов. Ну, уничтожить постройку противника рядом. Вы в силах разрушить. Однако, вероятно, внутри его есть хозяева. И они будут недовольны. Так. Кыш отсюда. Гадские имперские колонисты. Хорошо, что да, действительно, они не привезли с собой серьезную какую-то силу. В виде... Это наши? Это наши. В виде каких-то серьезных охранников, да? А тут нам пока что везет. И мы, кстати, теперь можем... начать строительство верфи прям вот так вот сразу. Что вот тут он... А это кораблик здесь был, да? А почему я дом не могу разрушить? Вот, не совсем мне понятно, если честно. Но давайте мы тогда и верфь будем строить где-то рядышком здесь, чтобы... Так, проверить землю. Здесь только маленькие домики помещаются, и верфь не помещается, к сожалению. Так, ну ладно, верфью нам все равно понадобится золото. Давайте мы тогда все же начнем здесь переплавку. 30 камня, в принципе, хватает. Так, еще и аборигены на нас тут напали. Что вообще происходит? Что за такая агрессия? Мы тут строимся тихонечко себя. Никого не трогаем почти. Так, так. А вот с этой стороны, пожалуйста, мне покажите, где мы что можем построить. Вот здесь можем построить 28 камня. Ну да, в принципе. Монетный двор. С другой стороны, у нас монетный двор там есть, да? Мы можем туда привезти все и там переплавить, получить кучу денег. Поэтому, наверное, все-таки верфь я построю. Такой сложный выбор, чтобы вот так построить. Давайте мы просто зададим вот так вот огромные сооружения и верфь. Мне нужна верфь. И где он ее построит, но я надеюсь, что он ее где-то построит, там и построит. А здесь мы построим все-таки дом камнетеса. Я вроде заказывал, нет? Куда он пошел? Здесь построят. Далековато немного, конечно. Я хотел бы поближе к вот этой вот палатке со строителями. Давай прям вот здесь вот поломай к чертям этот дом. Нет. Я так надеялся, что он поломает этот дом и построит там верфь.
Только не говори, что ты здесь... Да, вот что значит... Вот что значит... Блин. Да, вот что значит пословица. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Не выбрал я место, собственноручно, и вот теперь... Да, жилой тент слишком далеко. Возможно, трудности с вывозом... С вызовом грузчиков. Ну, вроде бы они что-то носят, да, туда? Носят какие-то ресурсы. Так, камнетес есть. Будет сейчас камень нам добывать. И дерево у нас тут вроде бы сколько? 28. Нормально, по-моему, так. Дом камнетеса построен. Плюс еще здесь уже тоже есть. Сколько? Еще 6. В принципе, довольно неплохо. С деревом у нас проблем нету. Так. Может, этот просто дом еще не достроили, поэтому я его разрушить не могу. Ну, ничего, будем жить тут, рядом с этим домом, что поделать. Ну, конечно, удачно они так высадились прямо возле меня. Так, давайте тогда мы... Что, будем золото, наверное, здесь добывать? Почему бы нет? Строить... Стоп, это не малые дома. Это... шахты по добыче золота, 7 бревен. Или подождем сначала верфь, наверное, да, чтобы быстрее все же было. Подождем строительство верфи, и, может быть, мы поможем, если получится помочь так, как я хочу. Так. Мы сейчас просто ручками принесем все. Все, что у нас есть. Даже больше, чем нужно, по идее, для строительства верфи. Так что все хорошо. И золото тоже сюда выгрузим. Так. Он строит? Да, строит. Отлично. Строительство пошло. Да, он вроде бы... Все, ресурсов ему хватает сейчас. Быстро построит, и все будет отлично. Вот еще камень принесли. Какой молодец. Камень принес он, понимаете ли. Я уже все ручками, собственно, лично принес. А ты тут камень один, еще один понес. Камень. Так. Угу. Пересчитывает там ресурс такой. И строят дальше, да. Здесь строительство быстро у нас пройдет, потому что, ну, реально нам эти имперские колонисты очень помогли. Так. Когда у нас сейчас будет кораблик, мы сможем отправиться на наш основной остров, там уже целая гора угля, там уже сейчас камни туда принесем, да, и может быть, не может быть, там, в принципе, уже должно и много быть этих золотых слиточков, которые мы переплавим в монетки. Нам нужно просто камня немного. О, отлично. Все, верфь готова, очень быстро. Именно потому, что были все ресурсы. Так, и теперь можем... шахты. Давайте построим по добыче золота. И здесь тоже. А, ну да, у нас один строитель, поэтому... Поэтому дела не будет. Так, на верфи строится кораблик. Потихонечку. В принципе, можно было даже и на самом деле... забить на тот остров, прийти там порушить все сооружения. Можно было даже золото забрать сразу оттуда. Ну там, в принципе, добывается, да. Может, хотя можно было там только добычу золота и оставить. Даже не знаю, как было бы правильнее все сделать. Вот, но... В целом, раз у нас пока что дела, да, идут довольно неплохо, то и норм. И такой вариант... Так-с.
Можно будет этот домик аборигенов разрушить, чтобы нас тут не смущал. А, можем теперь, да, теперь-то мы можем реально строить дома лесников в большом количестве. Просто везде абсолютно. Потому что они деньги не требуют. И у нас строитель свободен. Вот. И будет больше дерева, у нас будет всегда занят наш лесник. Потому что он периодически, по-моему, сейчас шарится. Лесник. Не лесник, а дровосек, я имею в виду, да. Так, скоро кораблик на воду спустим. И можно, кстати, здесь еще можно где-то построить домик лесника. Засажает здесь деревьями, красиво будет. А ну, он там пока. Тот пусть построит. Не могу построить, не могу найти бревна, сэр. Сэр. Так. Были же бревна у нас тут где-то, нет? Что, новых не нарубили? Видимо, новых не нарубили еще, ладно. А здесь у нас... Ага, здесь нету бревен. Можно, в принципе, заказать пересчет ресурсов на острове, мы тогда узнаем точное количество всего. Так, ну, что я вижу, так это то, что у нас действительно много камня. И давайте мы будем камень забирать сразу. Отнесем его, отвезем. Сейчас как раз у нас кораблик освободится. А, ну, нет, все строит. Не там, где я советовал ему, да, но все-таки строит. Там, наверное, может... Или слишком к берегу, или я даже не знаю, по какой причине, но, может быть, там. По какой-то причине и не смог построить он. Так, давайте мы денежку где-нибудь вот здесь вот выбросим, пусть лежит здесь. И кораблик, вот он наш кораблик. Команды, сигнал кораблям подойти к расположению капитана. Зайдем на корабль и... Где наш основной остров? Нас аборигены снова нападают. Так, все, а здесь уже надо высаживаться, потому что здесь уже довольно много ресурсов. Подойти и зайти на корабль. Так, хорошо. Высадка. Так, что вы хотите, аборигены гадские? Они, кстати, с луком. Луком гадина стреляет. Выбрасываем. 4 монеты. А, и, кстати, камень уже, да, у нас, оказывается, хватило камня. Я в шоке, если честно, от того, что нам камня хватило. А вот заброшенное производство древесного угля, это не очень хорошо. Ему, наверное, золота не хватило, и он и забил на работу. Так... Что у нас? Давайте мы здесь построим еще, кстати, да, хижину лесника. Где-нибудь тут. Раз тут у нас есть золотишко немного, уже сейчас пойдет переплавка. Уже 11 есть, да, нормально. Нормально. Но тут быстро закончится на самом деле вот эта вот залежь. На нее особо рассчитывать не стоит. А как мы можем... Как мы можем... Не могу найти бревна, сэр. Очень странно, сэр. Что ты не можешь бревна найти? Целая гора была где-то. Что-то я застрял. Ой. Где-то я застрял там, действительно. Целая гора бревен же была. Да и не только бревен, а вообще всего гора была. Давайте посмотрим, сколько там... 21 уголь лежит. Так, хорошо. Лесничок.
То есть с деревом проблем у нас не будет. Здесь, в принципе, и золото как бы уже есть. Мы, в принципе, можем оставить это поселение на время в покое. Единственное, что все-таки я хотел бы построить эту... Вот, производство древесного угля. Теперь, когда у нас есть налажено, в принципе, производство золота, монеток, будет чем платить зарплату рабочим, и они будут тут производить все-все-все, дерево рубить постоянно, и да, короче, здесь будет все хорошо. Мы можем пока отправиться... Во-первых... Да, во-первых, убить пару аборигенов по дороге, без этого никуда. Забрать у них немного ресурсов. А, к вот этим вот ребятам... Так, тихо, тихо. Так. Что у тебя интересного? Что ты везешь? Что ты кому везешь? Так. Просто если их не убивать, то они соберутся огромной толпой и высадятся где-то у нас на острове и поубивают. Кстати, может быть... вот этот вот углежог, он пропал, потому что... О, кстати, денежка. Потому что его могли просто убить. И через какое-то время дерево... Дерево, говорю. Через какое-то время просто-напросто... давайте сейчас выгрузимся быстренько, дерево соберем здесь. Чтобы они здесь не строили. Ой, стоп. Халява какая, смотрите, вообще. Все, и уходим, 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 быстренько. Просто можно не успеть сесть на корабль, и тогда беда будет. Да, и у них тоже кораблик есть, а ну. Не знаю, насколько это была хорошая идея. По-моему, у них корабль-то... попрочнее, чем у нас, но он постеснялся и уплыл. Мы можем пособирать здесь немного. Это что такое? Железная руда что-то здесь делает. Монетки. Что-то они здесь строить собирались, видимо, но не сложилось у них что-то. Так, давайте зайдем на корабль. Посмотрим, еще с этой стороны оплывем. Так, тут уже выходить немного боязно. Зажали они такие сразу на монетку, забежали, забрали ее. Так, да смотрите, сколько у них кораблей. Нам тоже, наверное, было бы неплохо построить еще корабликов. Ну, тут аборигены меня немного защищают, скажем так. Опа. Опа. Опа-опа-опа. Так. Это явно не наш... что здесь творится-то? Что здесь творится-то? Так. Это наши ресурсы, да? Это наши ресурсы. Блин... Они здесь, я смотрю, вообще... Все, меня убили. Меня убили, походу. Да. Зажали. Они все-таки вернулись и отстроили здесь свое поселение. Вытеснили меня, гады. Вытеснили. Имперские колонисты. Видел, как погиб дровосек. Да, это жестко было. Жестко. Ну, да, но то это все-таки и отчасти рогалик. Тут без старта заново, ну никак. Вот, хорошо. На этом, я думаю, мы закончим пока что приключения в этой игре. И пишите, интересно ли вам, будем продолжать или не будем, посмотрим. Но пока что да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.
что-то, я заговариваюсь уже совсем. Не ожидал я, что нас так быстро сольют.